Сказка «Три поросенка и одна одинокая чупакабра». Был на свете волшебный поселок, и жили там одни морские свинки. Каждый смастерил себе домик, как желал. У Толика был самый большой домик, как и он сам. Ему было уютно и хорошо там жить, да прятать разные лакомства. Все помещалось в таком большом домике. У Кузеньки был самый красивый домик, как и он сам. Кузенька прекрасно выглядел в нем, хорошо смотрелся в этой обстановке. Кузя мило выглядывал из окошка своего домика и радовал окружающих своей неземной красотой. У Арнольда был самый неприметный домик. Он не отличался особыми габаритами или красотой. Домик был прост, но очень уютен. Арнольд проводил много времени в своем домике и обустроил его с умом. А вот у Валика совсем не было домика. В связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами он оказался на улице. Его домик был уничтожен каким-то невиданным зверем. И он уже очень долго ходил-бродил в поисках нового убежища. Валик ходил от одного поселка к другому, но никто не хотел его приютить. И вот добрался он до нашего селения. Первым Валик увидел домик морской свинки Толика. «Толик, Толик, у тебя такой большой домик. Можно я временно поживу у тебя? Мой дом был уничтожен невиданным зверем. Совсем ничего от него не осталось. Ни подушечки, ни матрасика. А у тебя вон сколько места?» И ответил ему Толик. «Ты кто такое? И откуда имя-то мое знаешь? Уж больно ты смахиваешь на чупакабру. Чупакабру показывали по телевизору в новостях. И говорили там, что чупакабра как раз и уничтожает добро нажитое. Не пущу я тебя. Уж больно ты подозрительный. Уходи скорее!» «Никакая я не чупакабра. Я Валик, лысый морской свин. Ладно, пойду дальше, раз тут мне не рады». Вторым на пути Валика был домик Кузи. «Какой красивый домик! Вот бы мне пожить в таком. И места много, и тепло, лапки погрею. Можно тут приютиться?» И ответил ему Кузя. «Ой, ты кто такой? У меня очень красивый домик, как и я сам. И жить в нем могут только красивые морские свинки. Вот скажи, где твоя шубка? Какой-то ты страшненький. И на носу шерсть эта. Вообще в этом сезоне рыжий нос как-то не в моде, ты в курсе? Так что иди дальше, я тебе не рад». «Ну вот и оставайся такой красивый в красивом домике в одиночестве, а я иду дальше искать себе жилье». На самой окраине поселка стоял неприметный домик Арнольда. Домик Арнольда отличался не такими большими размерами, как у Толика и Кузи, но обставлен был хорошо. В домике была мисочка с кормом, в уголочке была припрятана морковь. Арнольд гордо восседал в своем убежище. Валик обратился к Арнольду. «Совсем больше нет вариантов. Что же делать мне? Обозвали чупакаброй некрасивой. Оставили одного, голодного, на улице. Это мой последний шанс. Поможешь мне, дружище, приютишь? Вижу, домик у тебя маленький, но мне много места и не надо. Я в уголочке посижу». «Привет, лысый! Смотрю, жизнь тебя потрепала! Не переживай, без лишних слов! Проходи, будем жить вместе! Мне как раз не помешают лишние лапки по хозяйству! Будешь помогать! Петрушку умеешь сеять?» «Петрушку? Только есть умею!» «Ну ничего, я тебя всему научу!» И приютил Арнольд Валика. У Арнольда был самый маленький домик. Он был не такой большой, как у Толика, и не такой красивый, как у Кузи, но у Арнольда было самое большое доброе сердце, а также острый ум. Он научил Валика разным свинским премудростям. И спустя некоторое время они построили большой, можно даже сказать огромный, двухэтажный дом. А Толик и Кузя остались в своем жилье и только поглядывали со стороны. Иногда для того, чтобы делать большие дела, нужно проявить доброту, объединить силы, и вместе можно достичь небывалых высот. Конец! Понравилась сказка? Обязательно ставьте лайк. Наберется много лайков, выйдет новая сказка. Пишите в комментариях свои впечатления. Увидимся в новых видео. Всем пока!